Проблема во времени и проблема доверия – это проблема нынешнего времени. Есть Китай, Сингапур, значит, целый ряд стран восточных, в которых уровень доверия растет. Во всем западном мире уровень доверия между людьми падает. Проблема состоит в том, что уровень доверия падает не только между людьми, он падает к органам власти, к средствам массовой информации, к работодателям. И мы сейчас, собственно, переживаем самый фундаментальный кризис доверия, который когда-либо был вот в обозримом историческом прошлом. И это связано с крушением авторитетов, о чем я все время говорил, звенел в колокола, предупреждал, что мы получим просто по самой небалусе за крушение авторитетов. И это стало сейчас происходить.